вернусь к режиму, да, у всех, наверное, у вас есть распоряжение, вы знаете, что продлено до 30 числа, ряд мероприятий сняты ограничительных, это касается в том числе и спортивных школ, то есть сейчас занятия на воздухе небольшими группами до 10 человек, они разрешены. В части лагерей, пока мы планируем лагеря открыть с 1 августа. По пляжам. Как и говорили, мы спасателей выставили, пляжи пока не открываем. По срокам открытия пока затрудняюсь ответить. То есть все-таки у нас режим пока сохраняется, и все вы статистику прекрасно знаете, но на сегодняшний день она не радует. То есть прирост есть. Поэтому все пляжи готовы, все пляжи приняты. Фактически открытие уже, соответственно, будем смотреть по ситуации.